Лучше хором. Сургутский коллектив колледжа русской культуры имени Знаменского завоевал серебряные медали в престижном конкурсе. Всемирные хоровые игры прошли в 9-й раз. В этом году выбор пал на Россию, город Сочи. В конкурентах у сургутян были 12 тысяч человек или почти 300 коллективов со всего мира. На наших земляков ставки изначально были высоки. У них уже есть опыт выступления на таких же играх в Германии, Китае и Австрии. В разные годы хор мальчиков становился призером в своей номинации. Ну, мы много старались, много сил укладывали. Там было очень весело, но было очень много занятых делов. Выступили 70 баллов у нас, и мы завоевали серебряную медаль. Рассчитывали на 80 баллов. В эту среду серебряные призеры прибыли в Сургут, где их встречали счастливые родители. Мамы и папы надули шарики, нарядились к встрече, аплодировали детям, оправдавшим надежды. Проводник вагона поделился, что в пути никто хором не пел. Все вокальные силы уж юноши оставили на конкурсе. Было нелегко. Теперь репетиции хора возобновятся лишь в сентябре. Мальчики отправились на заслуженные каникулы с чувством выполненного долга. В первую очередь хотелось выразить огромную благодарность всему хору за терпение. Было очень непросто в плане организационном. В первую очередь жара, автобусы, расселение и так далее. Это все было, ну скажем так, с большими проблемами. Тем не менее, все было преодолено. Я очень доволен коллективом, как никогда. Ну, прыгнули по-хорошему, если просто, как говорится, выше головы.